Привет всем, меня зовут Том. Сегодня мы продолжим с вами проходить Slender the Arrival. Очень страшно, очень-очень страшно, и мы остановились... Так, где же мы остановились? Мы собирали записки, мы собрали 5 записок. Так, мы здесь, по-моему, не были на этом складе. Или были, или мы отсюда и вышли. Да, мы вот здесь вот 5-ю записку нашли. Какого хрена, какого бежим? Бежим. Ни хрена себе, я бегу очень-очень быстро. Окей. Там сельский туалет, а он за нами. Черт, дери его. Ах, чертов Слендер. Фух. Так, мы собрали 5 записок, ребят. Это уже хорошо. Это уже мега хорошо. Так, он сзади. По-моему, если он сзади, то это вообще не круто. Так. Фух, вот здесь вот машина стоит. Еще осталось, в общем, каких-то 3 записки. Каких-то 3 маленьких записочки, которые нужно собрать. О, ну игра офигенно жуткая, офигенно. Что? Что случилось? Что такое? Что за помехи? Так, куда я ушел? Главное, дорогу не потерять. И главное, не возвращаться на те же места, на которых я уже был. Окей, так. Пойдемте, наверное, вот так вот. Вообще в лес. Прямо в лес. Это карта. Окей, сейчас как раз я посмотрю, что на ней как изображено. Вообще по-хорошему бы. Так, нет, направо нельзя. Окей, значит, в лесу надо будет собрать 8 записок. Их что там? О, ни хрена себе! Я думал, их там двое, блин, оглянулся, а там один вот этот вот хрен огромный. Пошел ты в жопу, Слендер, пошел ты в жопу. Пошел ты, мать твою, в жопу. Парк Аутсайд. Все, идем просто дальше, просто вообще в другую сторону. Так, здесь мы были. По-моему, вот сюда мы не ходили. Да, здесь мы точно не были, потому что, смотрите, какая дорога. Вот записка как раз-таки. А, нет, стоп. Мы тут были. А, нет, не были. Опять же, тут каноэ. Смотри, или он заберет. Ой-ой-ой-ой, бежим. Окей, главное просто на него не смотреть, не обращать на него внимания. Это просто Слендер. Он никому не страшен, этот ублюдок. Это просто ублюдок. Это просто выблюдок цивилизации. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, просто бежим. Я не знаю, куда я сейчас поднимаюсь, в какую-то гору. Зачем я туда поднимаюсь, никому не понятно. Ну ладно, будем искать дороги, дороги, на которых мы еще не были. О, вот он! Как он так появился? Черт, прям передо мной. Какого хрена? Так, все, бежим. Блин, мы же здесь были. А вот здесь мы, я не знаю, мы были здесь или нет. Окей, просто будем идти по дороге и, наверное, попусту не будем тратить свою энергию. Окей, пойдемте направо. Что-то я думаю, что мы там не были. Еще можно налево пойти. О, это тот джип. Нет, все-таки направо. Да, мы там были. Так, придется развернуться. Все-таки пойти. Да, это тот же самый джип. Мы... здесь уже были с вами. Надо, значит, как-нибудь на другую сторону перейти. То есть, вот туда вот. Прямо пойти. Да, вы можете сказать, что я заблудился, и вы будете правы. Я не... Так, это самое-самое начало. Окей, понятно. Ясно-понятно. Так, а может здесь тоже? Какого хрена? А туда можно идти? Если туда можно идти, может быть, записки там? Например, вон на той башне или где-нибудь дальше. Ух ты, как дерево появилось, как круто прям появилось дерево. Что такое? Есть записка, записку нашел, нашел записку. 7 из 8, ребят, 7 из 8. Что за фигня? Что за фигня творится? Куда идти? Ничего не вижу.
Ничего не вижу! О, ничего не вижу, вот кроме него, блин, его я как раз таки вижу. Окей, нам, видимо, в эту сторону нужно. Так, 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 куда-нибудь спуститься, куда-нибудь, чтобы какие-то ориентиры были. Окей, это просто забор. Это просто забор, ну-ка. Если пойти сюда, тут тоже забор. О, черт, вот он, по-моему. Черт, 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 бежим, бежим, бежим. Ой-о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 й, отстань, отвали. Отвали, пожалуйста, я умоляю тебя, бро. Какого хрена, какого хрена? Как ты появляешься, мать твою, иди в жопу вообще, блин! Так, чуть-чуть постоим. Чуть-чуть. Какой нахрен постоим, то есть? Я хотел сказать, что... Бежим, бежим. Бежим, бежим. Бежим. Мы сюда бежали, вот здесь. Мы уже были. Так, черт, а почему? Почему? Где записки? Ой-о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 й, отвали, отвали, бро, отвали, 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 пожалуйста, отвали. Еще одна записка, одна нужна записка, ребят, всего одна. Всего одна, так, здесь мы были, мы пошли прямо. Направо мы ходили. По-моему, да, по-моему, туда мы тоже ходили. Сейчас пойдем пос... Ой-ой-ой, где, откуда нахрен он появился? Палатка! Нет, здесь мы не были с вами, ребят. Есть, 8 страниц найдено. Теперь куда идти? Я вообще понятия не имею, куда здесь идти сейчас. А! В смысле? А-а-а! А-а-а, какого хрена? Куда бежать? Иди в жопу! Какого... Что это было? Что это за... Ой, капец. Ну, видимо, так... Так и должно быть. Лоадин. Главное, чтобы сейчас нас в самое начало на первую страницу не перекинуло. А, нет, смотрите-ка. Смотрите-ка. День! Что за звуки? Где это я? Ой-ой-ой, вообще посмотрите, сколько деревьев тут. Мы в лесу, ребят, мы в глуши. Тут нет цивилизации. Черт возьми, еще и... По-моему, если утро, то это хорошо. Вот, если будет вечер, то это вообще будет стрёмно, не круто. Мега вообще не круто. Так, вон там вот что-то есть. Сейчас мы посмотрим, что здесь, осмотримся как бы. И, ну, куда можно идти, что здесь вообще, какие достопримечательности есть в этой локации. И пойдем уже с вами дальше. Нет, уже не страшно, бро. Сейчас день. Тебя нет, Слендер. Тебя нет. Окей, фонарик работает, камера работает. Но камера разрядилась. Это значит, что я уже порядком провел без сознания времени. То есть, ну, пролежало, наш персонаж пролежал. Так, а что там за хреновина такая? Вон там. Красная. Наш персонаж, наша персонажиха уже порядком пролежала. На земле со включенной камерой. Охренеть, что это такое? Майнинг, это шахта. Это шахта, только неизвестно, что тут добывали. Что тут добывают. Так, посмотрим, что за дорога. А, окей, тут есть еще здание. Давайте сначала все, ребята, осмотрим хорошенько, а потом уже будем туда идти, сюда идти. То есть, может быть, здесь какие-то плюшки будут дополнительные. То есть, ну, мы будем проходить, тут хоп, что-нибудь найдем такое вот, вроде этой записки, которая на бочке лежит, или что это? Номер 5? Какого хрен номер 5? Я же только номер 2 читал. Ладно, значит, невнимательно ищем. Сегодня на встрече с врачом я снова упомянул ему об этом. Он очень хочет, чтобы ты как-нибудь приехала ко мне, просто поговорить с ним. Я думаю, это хорошая идея. Он также сказал, что если посмотреть проблеме в лицо, это поможет ее решить. Конечно, ага, если посмотреть вот нашей главной проблеме сейчас в лицо, то она нахрен меня сожрет, это главная проблема, это наша проблема. На наша проблема это Слендер, как вы помните.
Не волнуйся. Я не сказал ему ничего конкретного о том, что произошло. Я думаю, мы должны вернуться в парк за домом твоей матери в ближайшее время. Вероятно, если мы будем там и ничего не увидим, то это поможет нам избавиться от нашей дурацкой проблемы. Угу. Да-да-да. И чё, как, помогло? Видимо, нет. Видимо, не очень помогло избавиться-то от проблемы. Окей, шахта в той стороне. Давайте еще полазим по лесу. О, как тут шикарно. Ух ты, ничего себе облако-то какое. Посмотрите. Если вот так вообще посмотреть в небо и вот забыть, что это игра и что это Слендер, то можно как будто какой-то фильм. Знаете, вот. Начало какого-то фильма. Вот послушайте. Окей. Даже если смотреть на деревья, они так реалистично вообще двигаются, что это просто клево. Ой-ой-ой, ребят! Посмотрите-ка туда! Это же фонарь! Который может... Это башня, блин, Око Саурона или... Как его там? По-моему, Саурон. Что-то я даже забыл. Ладно, пойдемте. Нам по-любому, значит, нужно будет в шахту, и, скорее всего, остаток игры мы проведем там, потом выберемся на поверхность туда, и... К этой башне, к этому маяку. Нет, это башня, это не маяк никакой. Окей, там вон опять... бумажка. Так, ой-ой-ой, шестая, окей. Внимание всем сотрудникам. Внимание всем сотрудникам. После закрытия в это воскресенье ваша зарплата будет выслана почтой на ваш домашний адрес, который имеется у нас в деле. Пожалуйста, подойдите к Джессике в офисе, если ваш адрес недавно изменился. В противном случае вы не сможете получить вашу зарплату. Мы благодарим каждого из вас за многие годы, посвященные работе в шахтах Кулмана. Кулман, круто. И желаем вам удачи во всех дальнейших начинаниях. Администрация. Администрация шахты Кулмана. А, вот точно, Кулман. Окей. Я пытался вернуться к тебе после того, как споткнулся и скатился по склону, но мой фонарь ударился о камень и разбился. Кругом была кромешная тьма. Я слышал звуки вокруг меня. Крик. Голос был похож на твой. Я пытался вернуться, но заблудился. Я упал. Все вокруг меня сжалось, я чувствовал, как меня сдавило. Все двигалось так быстро, я словно тонул в невидимой воде. Я не мог ничего разглядеть. Все мои страхи мгновенно вернулись ко мне. Чудовища окружали меня. Желудок вывернуло наизнанку. Жизнь покинула мои глаза, а сердце сжалось. Я не знаю, что произошло после этого. Сегодня я проснулся в каких-то высоких зарослях и нашел дорогу домой. Я глянул в окно и увидел тебя, сидящую на кушетке и уставившуюся в телевизор. Я так и не смог привлечь твоего внимания и ушел. Я не могу больше писать. Я не могу собраться с мыслями. Мне нужно... Окей, мне нужно. Что дальше? Еще одна записка. Блин, я хочу узнать, что дальше. Мне нужно? Что ему нужно? Окей, видимо, нужно все-таки собирать. Эх, Чарли Мэтьюсон младший, как ты так мог... Как тебя могли потерять, братюнька? Ой-ой-ой, какие звуки. Да, в принципе, фонарь тут пока незачем, и так все видно. Но я думаю, скоро он нам понадобится. Что за херня? Так. Охренеть. Это кошмар, какие-то галлюцинации. Это, видимо, то, что мы локацию поменяли. И такие вот галлюцинации теперь у нас. Хотя нет, это в самом начале игры, помните, тоже была такая галлюцинация какая-то, когда около дома, когда я первый раз испугался в этой игре. Ну или не первый раз. Не знаю. Так, ладно. Кулман Майнинг и Ко. А, вот здесь уже фонарик нужен, видите? Как все быстро поменялось. Так, ой, как стрёмно, а? Шахты, блин, ну вообще, просто не круто. Окей, это можно прочитать. Внимание, шахты Кулмана! В случае... А, внимание!
шахты Кулмана. В случае внезапного отключения электричества, все сотрудники должны как можно быстрее покинуть шахты на аварийных подъемниках. Чтобы активировать подъемники, необходимо включить аварийные генераторы на первом этаже комплекса. Чтобы подъемники работали на полную мощность, необходимо включить как минимум 6 генераторов. Если вам необходима помощь, пожалуйста, обратитесь к диспетчеру. Так, окей, если на полную мощность, то нужно включить 6 генераторов. Угу. Теперь от записок перешли к генераторам. О, 7-я часть, круто. Я в порядке, Кейт. Леса прекрасны. Прошу, приходи посмотреть. Я собираюсь найти тебя, и ты их увидишь. Это так прекрасно, Кейт. Так, я не понял. Подождите-ка. Вот, ну, кто-то пишет. Что-то мне подсказывает, что, может быть, это сам Слендер пишет? Может быть, этот человек? То есть он упал, потом он не смог привлечь внимание ее. Все время ее зовет с собой. Да, может быть, я супер догадлив, и может быть, это правда, Кейт? Так, тут тоже записочки, сейчас... Ага, X. Мистер X, мистер X. Не видно, что тут. Местный парк продает землю компании шахты Кулмана. Парк Оуксайд пришел к соглашению с компанией шахты Кулмана относительно приобретения прав на разработку месторождений в одной из гор государственного парка. Президент компании Джеймс Уолтер заявил, что он рад тому, что сделка состоялась, и что он бесконечно счастлив возможностям, которые откроются для компании и общества благодаря этому месту. Парк Оуксайд первым начал переговоры с шахтами Кулмана почти 2 года. Назад, видимо. Ну, мы будем, скорее всего, еще газетки искать, чтобы историю узнавать. В общем, что-то здесь связано с этими шахтами, что-то связано с этой Кейт. Угу. Ну, это понятно, конечно же. Как же иначе, а? Как же иначе? Окей, один генератор... Да, понял я, что... Get to the tower. Заберись на вышку. Так, no, кто-то что-то пишет. Ой-ой-ой, какие тут звуки. Need to get out. Нужно сбежать отсюда. Окей, а чтобы сбежать отсюда, нужно забраться на вышку, я так понял. На ту башню. Так, я не хочу пока включать генератор, нужно посмотреть, что здесь есть. Так, на по-любому туда. No! Это здесь так написано. Так. Есть ли тут какие-нибудь записки? Да я понял, что нужно включить генератор. Я это понял. Эхо. Вообще. Ребят, как это... Посмотрите. Вы только посмотрите. Это шахта. Она огромная, и она заброшена. Тут никого нет. Ну, кроме Слендера, скорее всего. Скорее всего, он здесь есть. Сейчас посмотрим, проверим вот это вот помещение на наличие каких-нибудь записок или типа того, что поможет нам еще глубже окунуться в историю. Get to the tower. Заберись на вышку. Это понятно. Так, ладно, заберись на вышку. А, вот оно что, ребят. Вот с помощью этого лифта можно забраться на вышку. Это одно. Но скорее всего, я сейчас предчувствую, ребят, что нужно будет как бы 6 этажей пройти. Или типа того, потому что нужно, чтобы 6 генераторов работали. Или... А, не-не-не-не-не. Окей, нужно просто, чтобы... Нет питания. Понятно. Да знаю я, что наверх. Знаю я, сколько стрелочек. Господи, это для кого, блин, сделали? А, нет. Все-таки я хотел сказать, что на каждом этаже будет генератор, и на одном из этажей нас будет останавливать Слендер. Мы потом будем включать генератор, будем убегать от него. Нет, оказывается, это не так. Оказывается, сначала нужно активировать все генераторы. Что-то мне прям жутко страшно. Не хочу туда идти. Просто не хочу. Да, просто не хочу. Так, ребят, знаете, что я думаю? Я думаю...
Давайте здесь, наверное, с вами закончим серию. А туда уже дальше пойдем в следующей серии. Вот так вот, на интригующей такой ноте. Так, сколько стрелочек. Ребят, игра охрененная. Просто охрененная. Я надеюсь, вам нравится смотреть. Ну, да я даже уверен, что вам нравится смотреть, потому что это просто офигенная игра. Просто... Ой-ой-ой. Так, стоп. Ой-ой-ой. Ребятушки, вы только посмотрите, что я... Ой-ой-ой-ой-ой, везде двери открылись. Ну, там закрылось, а везде открылись двери. То есть раз, два. Сколько тут дверей? Раз, два, три, четыре. Так. Раз, два, три. Видимо, здесь еще одна. Да, четыре. Пять. Пять дверей. А, точно, все. Окей, ладно, ребят, в следующих частях мы уже пойдем с вами вот в эти двери, во все эти двери войдем, и потом уже, наверное, будем подниматься на башню эту, к башне. В общем, ладно, ребят, с вами был Том, подписывайтесь, ставьте лайки, рассылайте это видео куда-нибудь там своим друзьям, помогите расти каналу, это было бы очень круто, очень кстати. В общем, спасибо за то, что вы есть, и до следующих видео.